Продавцу выгодно, покупателю недорого. Товары с маркой «Сделано в Мариэл» стали визитной карточкой проходящих в течение осени в Йошкар-Оле сельскохозяйственных ярмарок. «Сделано в Мариэл». Сельхозпродукция с таким брендом всегда идет на расхват. Ассортимент представленных товаров радовал своим разнообразием. Здесь были свежие овощи, живая рыба, хлебобулочные и кондитерские изделия, саженцы кустарников и плодовых деревьев, рассады многолетних растений, мед и продукция пчеловодства, грибы, ягоды, сувениры и изделия народных промыслов. Вся продукция экологически чистая и очень высокого качества. В этом были уверены все – и продавцы, и покупатели. У нас есть мясо, занимаемся свининой, и вот все с огорода у нас, все свое. Этим нужно заниматься. Спрос есть. Пусть занимаются все, и все будут покупать. Очень много не просто крупных хозяйств сегодня, а просто частники, различные маленькие фирмы продают, торгуют, фермеры здесь. Довольно разнообразная такая продукция, начиная от саженцев, растений, заканчивая молочной продукцией. Для себя что-нибудь присмотрели? Да, фрукты, молочная продукция приобрел. Почему вы покупаете товары, сделанные в Мариэл? Потому что доверяем, потому что экологически чистые товары у нас. Наш ответ на западные санкции просто понятен. Марийские сельхозтоваропроизводители в состоянии самостоятельно заполнить республиканский рынок необходимой продукцией. Надо отметить, что одной торговлей дело не ограничилось. Посетители ярмарки угощали горячим чаем из настоящего русского самовара, а также гречневой кашей, приготовленной на полевой кухне. Организация общественного питания Знаменского сельского поселения бесплатно раздавала хлеб пенсионерам и малообеспеченным. А городская поликлиника номер 1 организовала передвижную лабораторию, где все желающие совершенно бесплатно могли сделать прививку против гриппа. Так что каждый посетитель ярмарки смог подобрать себе товары и занятия не только по кошельку, но и по желанию.